Айпаларарту Ахамзирлак Занахтула Аднуга Хуахтрату Салшаква Дрзат Глайта Хунткарат Пхазал Хратила Кахантуве Акпиха Типой Аляс Лабахуа Яраевжа Курла Их Шалу Амтезе Апсналаци Куршира Жмиллиард Кипжакирчин Зарпит Арьербага Цапхту Ашук Сечурп Шуазер Миллиард Кихуфи Вибиж Миллион и Нацнии Хахит Аха Нирчин Эй Уипшама Алыц Куахтулах Импорт Хасабалар Тагалара Нагдзоб Биж Миллиард и Нацна Цапхту Ашук Сечурп Шнехозер Уипи Арбага Вибих по процент Рылей Хахит. А экспорт амчхак миллиард кейшипшине вибшба миллион мати нацна ярпит. Юнис кюжи бату ашук сечерпшне хозер вошпи арбага биш процент крылей хауп. Плановые показатели у нас были 573 миллиона рублей. За аналогичный период прошлого года это, значит, получается у нас больше на 37,7 миллионов рублей. И план первого квартала 2023 года выполнен на 107%. Все таможенные платежи разделяются на несколько видов. На первом месте стоит у нас налог на добавленную стоимость, НДС, ввозной НДС. Доля его во всех платежах составляет 60%. Далее у нас таможенная пошлина на импортируемые и экспортируемые товары 18%. Таможенный сбор 16% и акцизный налог 6%. Если говорить о том, почему такой рост, ну, он обусловлен рядом факторов. Это увеличение, во-первых, объема поставок в нашу страну. Если говорить об экспорте, я говорил выше, что экспорт у нас повысились показатели. Это экспорт цитрусовых плодов, винодельческой продукции и прочих товаров. Айхшала яцана куамта за зин хчарату сура дезат глыта хунткарат пхазал хратпейла каханту и хатыпой зура башба. Ира яжа корыла хым срюйныцка, а хазал хратпейла каустуйца яларкает ханежуйба административ тузины и лагаракуа. Совместно с подразделением Министерства внутренних дел Абхазии было реализовано 5 мероприятий по выявлению особо опасного вида контрабанды, в ходе которого в момент перемещения на таможенную территорию Республики Абхазия через таможенный пост ПСО были обнаружены и изъяты наркотические средства. Метадон общей массой 6,019 грамм, героин общей массой 0,16 грамм, психотропные вещества, прегабалин 59,7 грамм, лирика 42 капсулы, нейротин 17 пластин, пибаптин канон 12 пластин. В этом плане прошлый год и первый квартал он был прорывным. Потому что, к сожалению, данный тяжкий вид преступления был реализован именно в эти два года. Все это время, к сожалению, борьба с этим злом была мало, мягко говоря, неэффективна. Ряд вопросов организационных, мероприятий, которые связаны с МВД, подписание междуведомственного сотрудничества привело к данному результату. Я думаю, что эти позиции будут только усиливаться. А также должностными лицами таможенного комитета Абхазии было задержано и изъято 223,440 единиц табачных изделий, 223,440 единиц табачных изделий, 105 единиц электронных сигарет, 285 пачек табака для кальяна, 209 бутылок алкогольной продукции и газированных напитков, 198 единиц косметической продукции, 7 аппаратов для майнинга, 2516 единиц свежесрезанных искусственных цветов, 259 килограмм цветного металла, 210 килограмм орехов в скорлупе. Ахазал хратпхараку и гертайла гараку ирзи шоп, ахарапса, пшифихани жиаба нызык матву, яхунткарат бюджет яхыпхедзалуб. Лаура Капшпхаза, Ургорджия, Апсо Телехопшра.